как ставить цели. Не нужно ставить цели, это мешает нашей одной глобальной цели, которая должна у нас сбыться. Какая наша одна глобальная цель? Одна глобальная цель человека — это прожить в счастье и радости. Как сделать так, чтобы эта глобальная цель наша исполнилась? Мой вам совет. Возьмите листок бумаги и напишите на этом листе слова. Как бы вы сейчас, вот были ли, вот сейчас, допустим, нужно умереть, и опишите то, что должно произойти в вашей жизни, чтобы вам было не страшно, и чтобы вы были удовлетворены жизнью прожитой. Напишите, у меня есть, и дальше там, напишите, просто на листочке напишите со слов, у меня есть, напишите, у меня есть там дом, много денег, любимый мужчина, там счастливые дети, у детей квартиры и так далее. После чего такую бумажку в настоящем времени. После этого эту бумажку, напишите дату сверху, после этого бумажку эту вот так вот сложите, спрячьте куда-то, и это успокоит вас в вашей жизни. Это и будет для вас правильно поставленной мега или мета задачей вашей жизни.